возрос градус игры сразу после того, как камерунцы отыгрались. Все-таки англичане вели 1-0. И, в общем, этот результат, ну, был не то чтобы более ожидаемым. Он, в общем, больше походил на правду. Все-таки пока еще не все верят в то, что Камерун способен на многое. Мила, опасный момент, удар, 2-1. Камерун способен очень на многое и выходит вперед в четвертьфинальном матче против сборной Англии. Не только сравнивают камерунцы счет, но буквально через 4 минуты забивают и второй мяч в ворота Питера Шилтона. И снова самое деятельное, самое непосредственное участие в этой атаке принимает Роже Мила. Заработанный пенальти и голевая передача ветерана, который еще и еще раз, подчеркиваю, забил 2 мяча в ворота сборной Колумбии в матче 1/8 финала. Вот Роже Мила. Своевременная, точная, искусная передача. И посмотрите, кто забивает. Забивает только что появившийся на поле Экеке, вышедший на замену вместо Мфеде. Плюсик Валерию Непомнящему.